Википедия подготовлена на gdz.net, задание номер 9.17. Выясните, корректно ли задание найти точку пересечения указанных прямых. Если задание корректно, то выполните его. Задание А. У нас есть два уравнения функции. Первое – это y равно 2x, а второе – это y равно 2x минус 3. Как мы можем видеть? Вот первое уравнение мы можем обозначить как y равно kx, второе – y равно kx плюс m. При этом мы с вами можем сказать, что эти графики параллельны. Задание некорректно, потому что они никогда не пересекаются. Некорректно. График функции просто продвинется по оси y, и все. В задании b y равно 3x и y равно 2x минус 1 мы очень просто можем найти точку пересечения. В точке пересечения значение функции и значение аргумента будут одинаковы. Давайте же приравняем функции. 3x равно 2x минус 1. Тогда 3x минус 2x равно минус 1. X равно минус 1. Y равно 3x трижды минус 1 равно минус 3. То есть это у нас будет некая точка с координатами минус 1, минус 3. Задание В. У нас функция y равно 5 минус x и y равно минус x. Как мы снова видим, эти графики функции отличаются только значением m. Соответственно, графики параллельны. Задание некорректно. Они нигде не пересекаются. И в задании g y равен 4. И y равен x плюс 3. Y равен 4, это у нас функция, график, который параллелен оси абсцисс. Вот для того, чтобы найти, в какой точке она пересекается с графиком функции y равно x плюс 3, давайте приравняем правой части графиков. То есть мы можем написать, что x плюс 3 равно 4, x равно 4 минус 3, x равно 1. И точка пересечения у нас будет точка 1, 4. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.